В Таре тоже парализовано транспортное сообщение. Там автобусы не вышли на маршрут. Из 10 автобусов Омскоблавтотранса 6 оказались неисправны. Дело в том, что машины ломаются, ремонтировать их оказывается некому. В Тары уже отправили механиков чинить транспорт. 3 ноября сообщение обещают восстановить полностью. Нам иногда оказывают услуги АО «Тарское ТП», платные услуги по ремонту нашего подвижного состава. В первую очередь они ремонтируют свои автобусы. Наши по остаточному принципу. Поэтому так и получилось. Отмечу, что помимо Омскоблавтотранса, перевозки в городе осуществляют Тарское автотранспортное предприятие и частные предприниматели. Региональная прокуратура проводит проверку по факту коллапса. Омскоблавтотрансу грозит штраф в размере 200 000 рублей.